Привет, друзья! Во вторник, 1 июня, на трассе Егорлыкская-Сальск в Целинском районе произошло столкновение двух большегрузов. В отделе ГИБДД уточнили, что столкнулись КАМАЗ и МЭН. Предварительно, 47-летний водитель МЭН превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ехавший навстречу КАМАЗ, перевозивший цемент. За рулем был 33-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБ, водители большегрузов оказались зажаты в салоне и не смогли выбраться. От полученных травм они скончались на месте. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.